Айгуль Солдатова – ведущий специалист РНПУР «Нефтегаза». После работы она – волонтер, доставляет лекарственные препараты горожанам. Сегодня получила 7 пакетов. Теперь вперед по адресам. Потребность в быстрой доставке препаратов людям, которые по тем или иным причинам вынуждены сидеть дома, растет, как и число желающих им помочь. Алло. Алло, девушка, здравствуйте, волонтеры «Пурнефтегаза». Скажите, пожалуйста, вы сейчас дома находитесь, подвезти вам лекарства? Да, дома. 9:24:28, все верно? Да. Ну, девушка, минут 5, я буду у вас. Добровольцы используют средства индивидуальной защиты и передают лекарства бесконтактно. И губкинцам такая поддержка по душе. На самом деле, на самоизоляции это очень удобно. Спасибо добровольцам, волонтерам. Доставка препаратов добровольцами играет значимую роль для медиков и пациентов. Айгуль убеждена, даже среди трудовых будней необходимо найти время для того, чтобы протянуть руку помощи. Воспитанием, наверное, заложено. У меня трое детей, все выросли уже взрослые. Хочется быть дальше для кого-то полезной. Хочется приносить людям добро. Это очень так необходимо, мне кажется, в нынешнее время. За один вечер Айгуль посетила 7 адресов. Добровольцы от предприятий посещают горожан практически ежедневно. И присоединиться к волонтерам может любой губкинец. О том, как это сделать, можно узнать по телефону городского оперштаба. Валерий Усманов, Олег Короткевич, новости Губкинского.